На пинских станциях техосмотра небывалое оживление. Водители начали массово предоставлять свои транспортные средства для прохождения техосмотра. На одной из городских диагностических станций очередь в два ряда. И это при том, что техосмотр здесь проходит только легковой автомобиль без прицепов. Поток увеличился колоссально, потому что статистика есть. Допустим, декабрь было 220 заездов в месяц, ноябрь 270. Ну, в пределах от 2 до 5-7 машин в день. Сегодня, начиная с 4 января, мы работаем до 70 заездов в день по максимальной пропускной способности своей линии. Объяснение тому простое. Как только от техосмотра отвязали дорожный сбор, белорусские водители стали в очередь на диагностику своих транспортных средств. Многим из них приходится выстаивать по несколько часов. И поток пока не уменьшается.